С 15 октября в Донецке объявлен месячник по наведению порядка и озеленению территории города. Озеленительные работы уже активно ведутся, например, на проспекте Ильича и бульваре Шевченко. Пару субботников организуем, поднимем общественные организации, население города для того, чтобы навести порядок перед зимой и выполнить план осенней посадки зеленых насаждений. Важнейшим вопросом текущей недели является защита бюджета 2012 года. На следующей неделе запланированы встречи Александра Лукьянченко с министром финансов и депутатами по поводу уменьшения показателей выплат в государственный бюджет 2012 года. По сравнению с 2010 годом за 8 месяцев государственный бюджет предприятиями города Донецка перечислено на 5 миллиардов 490 миллионов 115 тысяч больше, чем за соответствующий период 2010 года, то есть 231,5%. В областной бюджет Донецк перечислил более 56 миллионов гривен. В связи с этим мэр выразил надежду, что депутаты областного совета на сессии выделят обещанные средства на содержание филиала музея Великой Отечественной войны на мемориале «Твоим освободителям Донбасс» и средства для погашения задолженности перед работниками «Донецк-шахтометрострой». Была затронута проблема выплаты заработной платы и на других предприятиях Донецка. Мы предметно сейчас занимаемся погашением задолженности по заработной плате всех предприятий, независимо от форм собственности и где находятся хозяева. Так, Донецк полностью рассчитался с организацией «Гринкадон», и скоро будут приняты меры по погашению задолженности по заработной плате. Также решается вопрос получения кредита на сумму 42 миллиона гривен для расчета по заработной плате предприятия «Топаз». Активно идет подготовка к открытию нового терминала Донецкого аэропорта. Наполнение аэропорта и процесс совершенствования служб будет проходить в течение с января, я надеюсь, и по май включительно. Будет проводиться монтаж подъемно-транспортного оборудования, отработка систем таможенного контроля, маркировки багажа и так далее. Планируются также тренинги персонала. Екатерина Павлова, Александр Пугачев, Первый муниципальный.